С Игнасио Ибаньесом глава региона обсудил перспективы сотрудничества Кубани и Испании. Так, например, Краснодарский край готов сотрудничать с королевством в сфере АПК. Отдельно на встрече затронули вопросы подготовки к чемпионату мира по футболу. На время матчей испанская сборная разместится в краевой столице на базе Академии ФК «Краснодар». Наши спортсмены, представители наших профильных организаций уже были на месте в Краснодарском крае и смогли высоко оценить созданные там условия. Они просто великолепные. Я надеюсь, нашим спортсменам там будет комфортно. Для вас вопрос номер один – это вопрос, где и в каких условиях будет жить и тренироваться сборная Испании. И я могу смело заверить, что жить они будут в очень комфортных условиях, современных условиях. А территория будет находиться под надежной охраной, и безопасность мы гарантируем. И в целом, что касается чемпионата мира по футболу, то мы сегодня максимально готовы к тому, чтобы в Краснодарском крае эти футбольные матчи, это спортивное событие, это зрелище, говоря русским языком, прошли на высочайшем уровне. We think that really it's an excellent opportunity. Я предполагаю, что во время проведения футбольных матчей в России у нас появится возможность рассказать о Краснодаре компаниям и предпринимателям из Испании. Как признался посол Испании, он сам еще не посетил ни одного российского региона, кроме Москвы. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, выразил надежду, что Краснодарский край станет одним из первых в его списке. И пригласил Игнасио Ибаньеса лично оценить инвестиционный потенциал Кубани и убедиться в гостеприимности и открытости края.